Итак, друзья, всем привет, с вами Зазепа и Капкан. Ну, к сожалению, мы не взводом играем, а чисто по связи, но посмотрим, что это за такая космическая одиссея. Как видите, добавили такие кораблики Ямато, японские 30 уровня, тоже японец, тоже 30, и американцев. Ну, давайте начнем пока с японцев, по очередности, посмотрим. Всего 7. Мне самому интересно, что это за режим такой. Ты что, еще не нашел в бой? Не, вот заходит. О, запускается что-то уже. Рожает. Планета тут какая-то. А, ты там стреляешь, короче. Сейчас увидишь, чем. Это как в танках. Не порти впечатление, я хочу... А, как в танках? Да. Или как в кораблях больше? Ну, лазерами. А, ну я помню, что-то видел, там на приставке было такое так было. Ох ты ж, нифига себе. А что-то здесь какие-то полосочки. Кстати, что там на приставке было? А как этим управлять? Здесь же, блин, не двухмерная плоскость, а уже трехмерная. То есть еще, наверное, вниз можно перемещаться. Или нет? Нет. Нифига себе, тут какие турбодвигатели. Так, ну на фули идем. Да, блин. А, танки на Луне, вот. На Xbox. Ну да, на Луне я видел на YouTube там. А, КД здесь, кстати, долго, я тебе такое скажу. Так это крутые кораблики. Они ж мощные. Полетели лазеры. Ну, нормально, снял так. Так, надо сюда пыльнуть. Да тут КД, блин, знаешь сколько? Минута? Ну, примерно. Меня тут уже пытаются сами обстреливать. И голос еще такой, знаешь, у них там. Как будто реально какие-то пришельцы разговаривают. Так, блин, что-то я вообще косовато как-то стрельнул. Им надо убрать эту уебищную полоску, а то, по-моему, мешает тут только. На Xbox вообще классный режим. Сейчас смотрю. Это, типа танки с физикой реально сделаны такой. Лунной. Они летают. Летают. Ну когда подпрыгиваешь, короче, они летят там. Ай-яй-яй. Не подрасчитал немножко расстояние. А, как-то тут вот так. Движок такой, движок другой, но из Xbox выжили, по-моему, так неплохо. А там чисто гравитацию подкрутили и все. Нет, я говорю про текстурки танков. Вообще все в HD, можно сказать. Тут колеса ровные. Ну, потому что. У всех это... машин. Они типа в HD каком-то специально, на движке. Включить. Вот так вот. О! Добавил пацан ходу. Ты знаешь, такой звук прикольный, когда она там перезаряжается, такой вжух, такой лазер. Ай-яй-яй, у меня пожар. Вот ягочина. Петушители есть? Петушители есть. А петушители 1,5 секунды, блин. Изи. Ну, если подпалят, то тебе уже там все. Что все? 1,5 секунды КД или 1,5 минуты? Ну, секунда 30, короче, КД. 1,5. Так это быстро. Ты о чем? На. Звездные войны гулят. Так мне там. Ай-яй-яй!
Торпеды идут. Лол, по воздуху. А, еще одна сейчас войдет. И у меня пожар. Блин, как они сейчас пустили торпеды, блин, через эту скалу, я не понимаю. Они, наверное, здесь все прозрачно. А, я вошел. Хорош. Торпедами? Ага. А что-то за игрик там такое? Так лучше я назад сейчас буду сдавать. Ладно, пойду себе подолью чайку. Давай. А тебе советую затащить. Да. Давай, бей уже. Опять гребаный пожар. Ну что ж ты будешь делать? Какие-то деморольные тут бои. Лучше уже играть на этих. Ну, чисто пофаниться, знаешь, такое. На тебе, блин, сожри. Мне еще башню вывели из строя. Как жить на белом свете, кто мне скажет? Ась опять своими гребаными торпедами. Что я, блин, сделаю тут уже? Полундра. На тебе в двигателе прям. Так, ну вроде петушились. Меня тут уже почти схавали. На тебе напоследок. О! Так, кстати, здесь защита есть еще какая-то. Ну я здесь. Хорошо. Щиты, что ли? Да, щиты. Это ж как в Battlefront, короче, корабли очень похожие. Такие, да, такие есть такое. Я понял, там какие-то были корабли, как современные корабли выглядели, но с лазерными орудиями. Еще в Battlefront первом или втором. Помню, мы тогда играли много. Это было, наверное, в году 2003-2006. Первый. А, ну помню, помню. Где он что, затонул уже? Да. А, лол, первый вообще в 2000-2001, я еще помню. Даже раньше, может. Если не в 2000-м или 99-м. А второй в четвертом, в третьем, да. Слушай, я так подумал недавно, а прикинь, это ж Crysis 1, он вышел 8 лет назад. Сука, 8 лет назад. Я говорю, в седьмом году. Ну, в седьмом году. Или сейчас... А, да, в седьмом. Ну, я тут, блин, вроде как справляюсь пока. Тащамба? Тащамба. Изо всех сил тащамба. У меня хп тут вообще на донышке. Наверное, процентов 10. На. На тебе в борщ. О, кто ж там так лупит по нему? А еще подпалил его. Победа. Замечательно. И я выжил. Yeah. Что это дают вообще за это? А сейчас посмотрим. Подожди, командный результат, ну, блин.
На втором месте по командному результату. Правда, никого не убил, но настрелял хорошо. Подробный отчет. Ну, блин, чтоб я еще понимал, что в этом попадании фугасных снарядов на 42 штуки накидал. Еще на 15 штук. Короче, ясно. Давай вернусь тогда в порт. И выберу какой-нибудь еще один кораблик. Так, а что дали за... Наверное, может, серебра дали там. Что в скале? Да, серебра дали. И опыта. Сколько? А сколько там было? 818, да? По-моему, что-то такое. А, ну, сейчас 916. Ну, где-то 100 косарей дали, кстати. 842 было где-то. А, ну, блин, ну, 60 косарей отсыпали. Значит, 50 дают. Ну, вот тут такой тяжеленький бой был. Если 50, то это круто. Это дают как на 6 уровне играть. Подожди, а это что? Ленинградцев 4-го Восточного флота Ясности, чья аватара примкнула космическому флоту, объединенного с Земли для изучения что-то там... для изучения взаимодействия между людьми и Ясностью с целью расширения тактической программы после инцидента с 22-м Восточным флотом. Уже еще историю придумали этим кораблям. Ну что, ленинградский корабль? Бери его. Не, ну это японец. А. Ну я, наверное, на этом, на эсминце не поеду, мне не нравится там этот бесполезный кусок, по-моему. Ты езди на том, на чем фармить. Ну да, так хорошо. Текс. А прикинь, если бы здесь была какая-нибудь артиллерия еще. А, нет, спасибо. Стояло бы там просто на... Кстати, там, 8 орудий. В эту игру можно будет играть реально из-за того, что нету артиллерии. Ну, в эту игру не можно будет играть, знаешь почему? Потому что быстро очень бота напишут. И, короче, там будет вообще страх и ужас. Так, это что такое? Дайте почитать описание. Нельзя почитать описание, офигово. Это этот, короче, как торпедный получается. Такой дядя. Опять подожмусь к этой же скале, где я был. Слушай, можешь в формате стрима это все записать дело потом. Ну, под вечер где-то. Через часиков 5. Стримить начать? Ты имеешь в виду на Twitch? Не, какой нафиг Twitch? Я ненавижу Twitch. Ну как, мне он не нравится. На Twitch'е проще. Что там проще? Блин, все. Могу рассказать, почему. Скажи, почему. Потому что сайт для прямых трансляций. Все хорошо, как бы, сделано красиво, уютно, просто. Ты заходишь, у тебя сверху по региону твоему написано, какой у тебя язык, и написано, какие русскоязычные стримы по этой игре сейчас онлайн. Даже самые донные с нулем просмотров, они будут отображаться, то есть тебя будут смотреть. Если кто-то пришел там с работы посмотреть, там, стрим хочет. Какой-то по игре. Потому что я так по фифе делаю, потому что мне не хочется в ней играть, я иду смотреть кого-нибудь. Что там они показывают? Ну, можно, в принципе. Ну, блин, эти крейсеры мелкие просто здесь сносят по-жесткому. Во-первых, у них перезарядка в 3 раза быстрее, наверное. Ой, как входит. Ой, как хорошо. Ай-яй, кто посмел? Полный вперед. Маневрировать надо. Че, не попал? Не попал вроде. О! Минус один. Здесь, короче, реально эти мелкие они решают. Мелкие корабли или торпеды? Ну, эти, знаешь, торпедники.
Мелкопакостные. А, ты мелкого взял? Да, они, блин, во-первых, сносят там, блин, по два косаря. Во-вторых, перезарядка очень быстрая. А, ну я сейчас смотрел кусок стрима, там в основном в команде были эти вот мелкие. Только. Потому что они серьезно решают. 2-3 здоровья. Кто там, блядь, по мне накидывает? Шоп его. Ща нахуй, торпеды у вас прилетят. Пошли, родимые. Так как отключить торпеды? Их не отключаешь, их переключаешь. А, вижу. 1, 2, 3. Там, когда торпеды закончились, на единицу. Типа, ну, на снаряды. Сейчас меня, походу, изничтожит здесь этот мелкий. Отлично, я жив. Но ненадолго, походу. Сколько эти торпеды будут перезаряжаться? А, сливаем каточку. Отлично, затонул. Так, отлично, торпеды мимо меня прошли. Сейчас, походу, меня здесь и затопят. Фигово, у меня сейчас одно орудие сломано, а его, блядь, никак не может починить. А тут нельзя чинить то, что вынесли. Ну, полностью. Так оно все окончательно сломано. Я же говорю, оно окончательно сломано, его нельзя починить. Его нужно было раньше чинить. А, если, оно уже, если оно уже критовалось, там, возможно. А ты понимаешь, что мы сейчас вдвоем остались против четырех? У меня хп из 39 тысяч 1700. Так, все, одного подбил. Тут надо аккуратно. Так я тут, блин, пиздец аккуратен. Я так никогда аккуратен в жизни не был. С пацаном тащим тут, короче. Я попаду, не попаду. А, рядышком. Так, торпеды я пока приберегу, наверное. То опять будет полдня кадешиться. Вот не долетает немного. В
Что там за гребаные самолеты летают? А по мне уже полетело. А! Отлично, он в прицельной уже зоне. Я самолетик еще сбил. Один. Опасно, опасно. Очень опасно. Так, сейчас, наверное, вот так вот перестроюсь. Все, торпеды пошли. Сколько у нее хп, непонятно. Нет, торпеды, походу, в молоко ушли. Он какой-то дурачок, я не знаю, он разворачивается то лево, то право, у него орудие просто не успевает за мной. Ты что, тащишь? И тащу. А где твой совзводный, союзный? А рядом со мной тут катается. А, жив еще? Ну. А сейчас по нему обстреливать начал уже. Все еще перезарядка, ясно. Торпеды долго перезаряжаются. Мы тут его в два ствола, короче, разносим. Ой, я еще подпалил его. У меня хп 1444. Так вот он хреново, то что он возле меня уже. Я сейчас так он может очень изи снять. Надо от него подальше отъехать как-нибудь. Что-то я тогда, блин, А, я уже за картой! Поджал меня сучоныш. Все, поражение, короче. Быстро ты сдался. Быстро? Командный результат. На первом месте, блин, я. Два этих снял. Один с самолетов сбил, 134 попадания, одно торпедное. Затопил там еще кого-то. Короче, ясно, вернуться в порт. Ну, блин, 50 бой. Руинберг в вакууме называется как-то, кстати. Оригинально. Ну, ничего не скажешь. Блин, что-то мне понравились эти мелкие. Не понравились? Говорю, понравились. Сейчас на американца тоже мелком прокачусь. Посмотрю на него. Так, а где же эти супербольшие двигатели? Так, ну ладно, поеду на нем уже. Так, в бой. Руинберг в галактике, короче. Как-то, да? Галактический Руинберг. Ну.
Почему не сделают там нормальное название? Это эти Руинберги, что уже просто досрать их. Так. Руинберг в вакууме, блин, тоже. А здесь, походу, одна карта на всех. Разнообразия особого нету. Нравится. О, вот это, блин, я понимаю. Только, блин, сейчас КД, наверное, будет опять же. Не то я, наверное, немного взял. Хотя посмотрел, там по значку вроде одинаковые. Тоже там что-то среднее было. Так, уже можно этого обстреливать начинать. Что, светится быстро? Не, просто здесь заметил, когда прицелик появляется над, над корабликом, то есть, то значит он уже в зоне поражения. Что-то я не рассчитал опять. Так, надо вот так вот, наверное, брать. На полный ход. Ну-ка. Да? Вот так вот и надо. Так, ну сейчас она переборщил, он снизил ход. Или нет? Все вошло как родимому. Как и надо было. Так, приостановимся немного. А, это ёпта, это наши самолеты. Нафиг я перехватчиков тогда запустил. Ну, он так, блин, неплохо так насасывает у меня. Так, надо ехать. Ну, тебя, наверное, по отработанной тоже. Блин, мне одну турель сняли. Надо двигаться. Как-то так, что ли? Ай, торпеды идут. Ой, сейчас больно будет мне. Ай, прошли мимо. Или это не торпеда, а это самолет. Так, стопы. Чё-то я совсем, блядь, не то расстояние беру. Так вот. А, я не попаду. Метеорит помешал. Так, ладно, у нас там никого. Надо разворачиваться срочно. Чё ж там стаканами гремишь? Чай. А? Выручай. Чай выручай? Ну. Так, не, наверное, на полный и сразу на разворот. Или хотя, ладно, объеду уже.
А тут гаубицы стреляют по этим, по самолетам. Не, кстати, прикольно. Прикольный режимчик такой. Поимбовать можно. Слышь, так ты это там потом ссылочки покидай. Ну и в группу там что-нибудь запусти. Так. Можно останавливаться уже. Даже чуть назад. Отлично. У них один корабль остался, у нас трое. Короче, победа. Так, ну это явно недосягаемость, ну да. Как я и говорил. Там пацан один недобитый остался у них. Ай, можно расслабиться, посидеть пока. Пока он в прицельке не появится. Я не понимаю, зачем они убрали тогда починку орудия, если оно там окончательно сломано. То есть, ну пускай бы чинилось там 1,5 секунды. Пальну-ка сейчас, может, попаду. Нормально так сносит. Запущу перехватчики. Разведчика. Может, самолетик собью. А, уже сбили за меня. Ну, давай, последнее, последнее, финальное. Мои раньше долетят. Е-е-е, уничтожил. Ну, 30 косарей нафармил. На 4-м месте по топу. Ну, я думаю, на этом серию можно закончить. Ну. Всем, кто смотрел, обязательно, обязательно поставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал, чтобы дождаться продолжения World of Warships, ну, или галактических боев в них. Так что всем спасибо, всем пока.